Привет, красотка! И сегодня у меня в гостях мой муж. Вообще-то я у себя дома. Но ты у меня на канале. Это да. Так вот, со мной мой муж, которого вы все очень любите, всегда очень ждете. Привет, красотки! И сегодня мы будем отвечать на разные вопросы касательно наших отношений. Но есть одна загвоздочка. Мы не будем ни видеть, ни слышать, что отвечает другой. Ну что, не будем тянуть и начнем. Вопросы, кстати, мы смотрим впервые, видим впервые, и вся наша живая реакция, и ответы будут самыми настоящими. Опиши вашу первую встречу, кратко. Итак, наша первая встреча была рабочая. 2016 года, 12 декабря. Кто не знает, мы с Денисом именно так и познакомились, потому что я была только-только начинающим блогером. Ну как, вообще-то я уже год как работала активно. Работала блогером, не суть, мне нужно кратко, да, ответить. Как сейчас помню. Он как основатель компании Суперглазки, да, цветных линз, приехал в Екатеринбург для того, чтобы мы сняли совместное видео для канала Суперглазки. Вот так вот, если кратко. Была она в Екатеринбурге, я приехала из Челябинска. Встретились мы в Пульбейкере. И когда я зашел в Пульбейкере, это не реклама, Саша стояла возле этих самых, где там булочки выложены, витрины, и вот так вот раскачивала сумку влево-вправо, влево-вправо и улыбалась мне, вот. В этот день мы сняли это самое видео. Мы там поели. Видео, кстати, о том, кто быстрее наденет цветные линзы. Компот или чай попили и поехали съемку, кстати, делать. Кстати, я победила в этом видео, в этой игре, в этом соревновании. И Денис, кстати, расстроился, чего не было показано на видео. Но вот так вот, после видео он такой сразу погрустнел, но он вообще абсолютно не привык проигрывать, так сказать, как и я, собственно, встретились две персоны. Но снимали для канала Суперглазки. Канал есть у компании, которая, кстати, по продаже цветных контактных линз, вот это уже реклама. Там Саша была первым блогером. Окей, идем дальше. Поговорим о родах. Опиши одним словом, или не одним, роды Евы. Ну, одним это невозможно писать, потому что это очень такое, ну, можно сказать, сложное, наверное, событие, важное событие. Если, наверное, кратко важное событие, к которому Саша очень-очень долго и внимательно, ответственно готовилась. Если прямо одним словом. Я думаю, она одна из лучших женщин, кто прошел этот путь подготовки. Знаете, она еще и год назад родилась как раз. Вот-вот скоро ее день рождения. Не знаю, когда выйдет это видео, может быть, уже будет ее день рождения. Но чем ближе этот день, чем ближе 21 мая, тем все сильнее мои чувства касательно воспоминаний того, как я проживала свой 9 месяц, какие были у меня роды. И это, я даже не знаю, если прямо нужно выбрать одно слово, то я бы сказала... Okay, она прочитала там уйму книг, там десятки... В каком-то видео говорил, что это 25+, я, наверное, подсчитал. И она ждала роды с любовью. Любовь. Вопреки расхожим мнениям о том, что роды там больно, это страдание. Счастье. Ну, потому что все же фильмы смотрим, а там любят, кстати, эмоции вызывать. Инициация. И чаще такие, ну, не очень приятные. Не получается в одно слово. И показывают, что как это больно там, как это, с другой стороны, быстро. Там что-то вкололи, все нормально. В общем, это определенно один из самых счастливых дней в моей жизни. Все на меня так странно смотрят и очень интересно реагируют, когда я говорю, что я хочу пережить роды еще раз и не один раз. На самом деле, если вот вы будете рожать, то я бы рекомендовал к этому внимательно готовиться и никого не слушать, потому что роды у всех, они уникальные. Это волшебный, по-настоящему волшебный процесс. Если ты погружаешься в это и подходишь осознанно к этому процессу, а не просто как к процессу извлечения одного человека из другого, понимаешь, насколько это важно для тебя, для малыша. И у меня сейчас слеза пойдет, боже мой. Нужно себя слушать, нужно находить нужных людей, которые поддержат. Расскажи о супруге то, что никто не знает. Интересный факт, момент. Это сложно, надо сейчас думать. Вот я сейчас смотрю на его шкаф, могу сказать, что у него очень мало вещей. Денис, когда собирается там в путешествие, на нас с Евой приходится 99, мне кажется, процентов, и Денис просто вот таким пакетиком может поехать, где одна футболочка, нижнее белье, один свитерочек. И вообще, когда мы с ним познакомились, у него были реально одинаковых 5 футболок. Одинаковые рубашки, там все одинаково, просто чтобы даже не думать. Но знаете, у Стива Джобса, кстати, тоже так же было. Но, наверное, это какой-то вот склад ума, когда ты понимаешь, что тебе незачем там менять, да, что-то, выглядеть каждый день по-разному, и чтобы ты не тратил свою энергию на выбор одежды каждый день. Интересно. Не думал вообще, как там, что с чем сочетать, ты просто берешь молча вот это и вот это. Ну, вот так вот звучит это здорово, но это не для меня абсолютно. Мне кажется, все-таки большая часть девушек особенно, наверное, есть и среди девушек такие минималистки прям. Но мне все-таки важно через одежду самовыражаться, я это поняла, понимаю, несмотря на то, что уменьшаю количество своей одежды и... Сложный вопрос.
вопрос. Действительно, очень так осознанно подхожу к выбору новой, чтобы у меня не копилось все в шкафу, и не было такого, что открываешь шкаф, все на тебя летит, а вроде бы надеть нечего. Я вот такой вот не очень люблю. Реально он сложный, потому что в Инстаграме, когда я его читаю, бывает, посты видели, 5 фактов обо мне, там что-то 3 лжи, 2 правды или наоборот. Я постоянно что-то сам новое узнаю, поэтому сложно вас чем-то удивить, но я попробую. Но тем не менее, я не могу так сделать, например, чтобы у меня было 5 рубашек, 2 одинаковых штанов или джинс, и я каждый день носила бы одно и то же. Я так не могу. Вот такой вот вам факт один из. Все вы любите, видели замечательные влоги там, молодой мамы, 1, 2, 3, 4, 5, 18 серий. И факт такой, не все кусочки этого видео снимаются в один день иногда. Ну, в основном да, но иногда не все. Потому что, ну, представьте, там настолько насыщенно и настолько все продумано идеально. То есть Саша изначально хочет все в один день уложить. Но с ребенком особенно постоянно что-то у нас случается и бывает не успеваем все. Поэтому некоторые кусочки снимаются потом через день. Бывает через 2, а рекорд был через неделю. Ты помнишь вашу самую крупную ссору? О чем она была? Могла бы сейчас повториться? Ну, у нас в первый год, наверное, отношений было несколько ссор, наверное, они как раз-таки самые крупные были. Я припоминаю, на самом деле, сейчас одну нашу ссору, которая была действительно очень такая масштабная, крупная. Один раз, когда мы на Алтай ездили, там очень сильно поссорились, Саша плакала даже. Когда я ревела, когда Денис кулаком стукнул дверь от эмоций. И это был единственный такой раз, первый и последний. Один раз, я помню, в Екатеринбурге тоже поссорились. Я там даже стул бросил, что-то такое. И непонятно, почему мы вообще так сильно свои эмоции выплеснули. Может быть, как раз-таки потому, что это была наша первая ссора, и она была чуть ли не в самом начале отношений. Она была очень такая серьезная. То есть ничего никто не сделал плохого там, да? Я даже не помню, за чего. Мне чего-то, наверное, хотелось, чтобы было по-другому. А она не хотела. Я реально быстро все это забываю. У Саши память как слон, как у любой, наверное, женщины. Поэтому, скорее всего, раз уж мы все отвечаем на эти вопросы, Саша ответит, наверное, вот прямо сейчас после меня на него максимально подробно. Мы просто-напросто своими словами, рассуждениями о какой-то проблеме поняли принципы и приоритеты друг у друга в жизни. Вот так вот, скорее всего. То, знаете, это было прям начало отношений, когда вы вроде бы там конфетно-букетный период уже прошел, и вы понимаете, что вот с этим человеком ты хочешь быть, что он тебе важен, что он тебе дорог. И тут какой-то стык интересов происходит. Он очень сильный. Это как доказывать, например, вот ты видишь цвет красный, и один видит его оранжевым, а другой видит его красным. И вот он доказывает, нет, это красное, а другой говорит, нет, это оранжевый. У каждого своя правда, но, в общем-то, правда нигде не было, нужно было просто говорить, и мы бы пришли к общему выводу, и, собственно, так и произошло, просто через какие-то очень сильные эмоции. Мы просто очень долго разговаривали, по-моему, всю ночь, утро следующее, и Денис ради этого разговора специально ночью из Челябинска приехал в Екатеринбург, то есть мы еще не жили вместе, но он приехал, просто мы общались как-то по телефону, у нас начался уже по телефону конфликт, и он приехал ночью, сказал, написал мне, я еду, и он очень быстро приехал, чтобы вы понимали, из Челябинска в Екатеринбург, ну, часа за 3 обычно можно приехать, а он приехал часа за 2, может быть, даже за 1:50. То есть он гнал просто невероятной скоростью. Я наругала его, конечно же, за это так нельзя делать. Он вообще очень хорошо ездит. И вот мы всю ночь разговаривали, все утро разговаривали. Пришли к выводу, что мы хотим быть вместе через все. То есть мы будем искать точки соприкосновения, находить компромиссы в любых вопросах. И все. Вот после этого раза у нас никогда не было ссор сильных, агрессивных и каких-то эмоциональных. То есть у нас по мелочам могут быть какие-то вопросы. И мне кажется, самый главный момент, самая главная причина неразрешенных конфликтов, когда это уже достигает какого-то кризиса, да, когда это уже приходит к точке невозврата какой-то, когда ты просто закипаешь, почему ты закипаешь, потому что ты когда-то не говорил, то есть ты когда-то просто открыто не говорил о своих чувствах, переживаниях, закрывал это в себе, например. Нужно сразу же все обсуждать и не типа поссориться немножко, и потом такие, ну ладно, давай забьем. И вот так копить. Нет, это нужно разбирать, это нужно понимать, какая точка зрения у твоего партнера, и тогда это не приведет к снежному кому, который, знаете, там, уже не распутать. И продолжая, могла бы она повториться? Я думаю, нет, потому что все-таки самые сильные ссоры, они приводят, я думаю, либо к расставанию, либо наоборот. Могла бы она повториться сейчас? Нет. Я думаю, нет. Во-первых, мы уже давно смотрим в одном направлении, мы как-то совместным желанием быть вместе, мы сгладили все углы, подстроились друг под друга. Не знаю, что сейчас должно произойти, чтобы вот резко там наши взгляды переменились. Но представьте, что люди, они как такие ежики каменные, и когда вот ссорятся, они такие чук-чук-чук, просто ударяются друг от друга. И получается, либо сколы делаются, от человека кусок души отлетает или сердце, и получается, он еще больше, более острым становится. Либо наоборот, они ударяясь, наоборот, сбивают все вот эти шероховатости, различия друг в друге, и становятся прям притертые, хорошо подходят друг к другу, гладенькие.
Поэтому вот я как вижу, мы стали более гладенькими. Хотя все равно какие-то еще кусочки остались, и работа идет. Мне кажется, я очень долго и очень много говорю. Окей, я скажу пример. Мы редко снимаем такие видео, ничего страшного, если видео получится долгим, длинным. Пример того, как могут расходиться люди в мнениях и во взглядах. Я сейчас очень глубоко начала изучать тему питания. Я учусь сейчас на нутрициолога. Параллельно я читаю очень много книг по этой теме. Я покупаю теперь немного другие продукты, готовлю по-другому. Пища стала намного более здоровой, более сбалансированной, полноценной, но у меня есть такая черта характера. Я очень фанатично подхожу, мне кажется, и как Денис замечает, я думаю, что он прав, я фанатично подхожу к какому-то вопросу, который мне нравится, который меня задевает. С одной стороны, это хорошая черта, потому что именно она до сих пор меня держит на плаву, не знаю, в съемке видео, да, то есть если мне это нравится, я этим горю, я просто готова там ночами монтировать, изучать, смотреть, мне это нравится, я этим занимаюсь. Точно так же было с беременностью и воспитанием. Для меня эта тема была очень важной и до сих пор остается важной. И точно так же произошло с питанием. Для меня сейчас это действительно острое важная тема, тем более, что она напрямую связана с нашим здоровьем, с долголетием, с своим самоощущением, самосостоянием и так далее. Денис это все поддерживает, но когда я начала фанатично, знаете, так подходить, типа весь наш рацион перестроить на какие-нибудь нутовые котлетки и макароны из полбы, омлет из тофу, зеленая гречка с льном и семенами чиа, знаете, то есть я начала много экспериментировать, много готовить, и привычных блюд, например, стало меньше. И вот в какой-то момент Денис такой, типа, можно мне картошечку пожарить и так далее. И к чему я так долго все это веду? Такой долгий у меня разговор, к тому, что здесь важно вот на этой маленькой проблеме, да, когда она еще вот не возросла вот до сюда, когда она вообще вот такая вот горочка, решить и как бы договориться. То есть с моей стороны я сказала, окей, мы будем комбинировать, я действительно там вернула старые какие-то рецепты, стала готовить не только свои вот эти вот супер полезные чечевичные фрикадельки, например, но еще что-то старое, там иногда заказать пиццу, иногда что-то еще, то есть ничего страшного. Но в то же время Денис получил вот этот вот воздух, да, получил свободу, и он сейчас привыкнет потихоньку к такой пище, и действительно, в ней же ничего плохого нет. Она хорошая, она полноценная, она классная, но просто нужно всему привыкать. Если он в это вот не погружался с головой, ему тяжело это сразу же принять, типа, почему у нас поменялось меню, почему вот так. И когда вы сильно вот в разные стороны уходите и не делитесь своими открытиями, чем-то новым, что вы узнали, то тогда вот возникает некая пропасть. Вот, очень долго я все это рассказывала, надеюсь, Денис что-то очень маленькое назвал. Какое ваше было первое путешествие? Что запомнилось? Если по России, то это мы на Алтай гоняли на машине. Самое первое, это была Тюмень, интересно. Либо это была уже Казань. Наверное, я Тюмень даже не могу сказать путешествием, потому что действительно до туда ехать буквально 4 часа на машине. Вот если основное путешествие, то я бы уже назвала, наверное, Казань. Ну, давайте про два скажу. Одно вот российское, другое не российское. Но вкратце. Получается, на Алтай, когда мы ездили, запомнилась длинная дорога, потому что это очень круто, когда ты едешь на машине, смотришь, там солнце, там птицы летят, там конь антилопа бежит, всякое было. Останавливаешься, по какому-нибудь там стогу сена залезешь, в лес сбегаешь, ручеек найдешь, какие-нибудь ягодки, это очень круто прям. Мне нравится автопутешествие. Мы поехали на машине в Казань, и вообще машинные путешествия, они очень атмосферные. А с одной стороны, кажется, там проще вот за 3 часа долетел или за 2 часа долетел на самолете, и там на месте уже не надо тратить время, не надо ехать на машине, не надо сидеть в одной и той же позе. Но в этом есть своя романтика определенная. Ты, не знаю, заправляешься на автостоянках, ты покупаешь... Пришла доставка еды. Я не успела сегодня приготовить обед. Вы слушаете музыку в машине, смотрите, там какая-то природа, какие-то новые животные, новые растения, какие-то подсолнухи, на трассе останавливаетесь, гуляете. Я не знаю, в этом есть своя романтика. Там мы вообще хорошо оторвались, там с этими, как они называются там. В общем, летали там, не парашют, как он, с парапланом прыгали, там на тарзанке прыгали. В общем, природой наслаждались. Природа понравилась. Там великолепная дорога, Чуйский тракт, входит в топ-5 вроде самых красивых дорог мира. У нас на Алтае, представьте, в России. Первое такое у нас было Казань. Что из этого запомнилось? Мы жили в очень классном отеле, и в этом отеле был аквапарк. А мы с Денисом безумно любим аквапарки. Мы могли, живя в этом отеле, каждый день посещать этот аквапарк. И это просто настолько было классно, мы могли там весь день провести, серьезно. А еще как мы в прятки играли на Алтае в доме. Мы жили в доме, он рассчитан был на 5 номеров, но кроме нас никого не было, и всем домом владели мы, так скажем. У нас там бассейн был, баня, огромный дом, и мы там вообще прикалывались. Круто было. Потом вечером лежали, смотрели на небо и ловили падающие звезды. Мы обязательно хотели увидеть одну падающую звезду, и мы дождались. Мне в Казани больше всего понравилась набережная. Она была очень красивая, там можно было бесконечно гулять. Из поездок за границу самое первое путешествие было в Индию. Не знаю почему, но я почему-то хотел в Индию поехать. И говорил Саше, едем давай в Индию на 2 месяца. Ну ладно, мы все-таки до месяца сократили. И в итоге побывали там в Дели. Очень запомнился город.
Мы хотели там пожить подольше, но уехали через 2 дня, потому что там капец, шквал какой, там люди везде. Не знаю, я даже говорить не буду, это просто мясорубка. Потом оттуда мы побыстрее смотались в Гималаи. Незабываемая природа, покруче Алтая была, потому что горы более большие были. Обезьяны, огромные деревья. Лагерь, главный монастырь или корпус Далай-ламы, он там живет. Его летняя резиденция. Нас вообще природа притягивает. Нам нравятся горы, леса. Что ты можешь сделать, чтобы ваши взаимоотношения стали лучше? Ну, я как бы стараюсь. Хороший вопрос. Мне кажется, такой вопрос можно задавать себе каждый день. Каждый человек может только сам в себе что-то изменить, чтобы отношения стали лучше. Что я понял за последнее время, я очень люблю спорить почему-то. Знаете, у меня есть такая черта. По маленькому поводу и по большому поводу. Я иногда думаю, что человек понимает, о чем я думаю. Понимаете, да? И, наверное, с моей стороны было бы правильнее больше говорить о том, что, чего я хочу, да? И меньше ждать. Потому что иногда я могу, представляете, вот что делать? Я могу иногда подумать, а как тут сейчас нельзя догадаться, да, что мне нужно, например, вот это и вот это. Видно же, вот очевидно, ситуация вся говорит о том, что мне нужно вот это и вот это. Я бы догадалась, но он не я. Поэтому нельзя так думать. И у меня уже стоит в моем там, в моей записной книжке, каждый день я читаю, не спорить с Сашей, но вечером я все время понимаю, что несколько раз поспорил. Я могу сама в голове вот это все прокрутить, даже обидеться. И я даже не знаю, почему, откуда во мне заложено вот это желание спорить. И потом предъявить, что он что-нибудь не сделал. А по сути, было бы намного экологичнее и проще, если бы я просто попросила это сделать, и человек бы это сделал, потому что у него совершенно другой мозг, он совершенно по-другому мыслит. Конечно, когда я перестану спорить по пустякам, по всякой мелочи, это, конечно, усилит отношения. И нужно больше говорить, просто просить открыто. Но, видимо, мне тяжело это делать иногда. Я не знаю, обычно, мне кажется, такое на камеру не говорят. Но это, блин, правда. Я не знаю, у всех ли это или только у меня. Я такой косячный. Но вот я именно над этим работаю, я уверен, справлюсь. Сегодня, кстати, я создал таблицу. Таблицу по спору. Я решил отцифровать, прям увидеть реально в цифрах, сколько раз я спорю, о чем я спорю, какие темы. Вот, я люблю таблицы, поэтому, мне кажется, мы там через месяц-другой увидим, что, например, в основном я спорю по таким-то вопросам. В основном являюсь, например, я инициатором спора. В основном мне не нравятся какие-то темы и так далее. Когда я это увижу, я вот человек такой, знаете, визуал, аналитик, когда я это увижу, я надеюсь, мне это поможет уменьшить споры. Потому что проблему осознаю, это уже огромный шаг вперед. Какие свойства характера тебе больше всего нравятся в супруге? Я не знаю, как это все обернуть в одно слово. Вот этой тетради огромно не хватит, чтобы даже с одним словом указывать хорошие свойства характера, все их указать. Потому что моя любимая Саша, ваша любимая Александра Паснова, на самом деле Янковская, я надеюсь, вы знаете, это самая замечательная девушка на свете. Это достаточно редкая черта на самом деле. Какие же качества нравятся? Ну, наверное, ее бескрайнее терпение. Представьте, вот не было бы вот этого терпения. Я вот в прошлом вопросе ответил, что я мой косяк — это споры. Я почему-то вредный очень. И если бы она не обладала таким терпением, ну, то вообще мы ссорились бы сильно. Вот благодаря ее терпению у меня есть шанс исправиться в этом. Вот Денис — это один из тех, и я больше таких людей в жизни своей не встречала, серьезно, которые вот на 100%, если скажет, он делает. Я вроде бы тоже так, да? Да и все люди, мы стараемся, что пообещал, что сделать. Но нет, Денис не старается, он делает. Необычайно нежная девушка. Я бы назвал ее своей любимой супругой. Это как-то не очень удобно, когда знаешь, что меня 1000 людей смотрят. Он сделает, если пообещал, на 100, на 200%. Она очень творческая. Каждый день идеи это сделать так, сделать такой текст написать, такое видео. Что вы не представляете, какое-то творчество. Это прям мощный процесс. Нужно, получается, придумать идею, нужно написать сценарий, нужно потом вот это все выставить как оператор, снять, смонтировать. Все это разные элементы творчества. Это тот человек, который всегда свое слово ставит выше вообще всего. То есть он никогда не может сказать, там, ляпнуть, да, или сказать, там, встретимся в 2, а прийти в 2:05. То есть это должно быть что-то просто невероятное произойти, не знаю, какой-то шторм надвинуться на Екатеринбург должен. Саша постоянно стремится быть лучше. Мне кажется, это главное качество любого человека должно быть — постоянное стремление к улучшению. Потому что со временем все из нас, любые наши хорошие качества, они маленько так, знаете, угасают. В физике есть такое понятие энтропия, то есть мы все так распадаемся. Как здание, представляете, распадается. Если его не реставрировать, не улучшать, то ему будет хана там через какое-то время. А когда есть внутри дикое желание улучшать себя, в первую очередь, то ты постоянно, получается, реставрацию делаешь себя и выглядишь все лучше и лучше. Вот, это Саши качество. Отлично выражено. Если он обещает себе там вставать в 5 утра, он будет вставать в 5 утра. То есть у него нет какой-то вот этой вот проблемы, как у всех людей, как у меня, например, да, то есть мне нужно там волю перебарывать свою, он просто делает. И я не знаю, как он научился так делать. Ну и вкратце, она очень добрая, милая, любящая. Видели бы, какая она мама. Мне нравится то, что у нее есть некая независимость от аудитории. Потому что, знаете, принято, вот я вам скажу честно, сейчас принято тем блогерам, если кто-то будет учить блогерство, скажут: блин, делайте то, что от вас ждет аудитория. Но это неправда, неправильно. Если вы будете делать только то, что от вас аудитория ждет, то в итоге, получается, себя потеряете. И то, что вы по-доброму, искренне, как она, кстати, вот еще одно качество, искренне давали бы, оно уйдет. Поэтому мне нравится, что Саша, она бывает, что-то вот пишут многие о чем-то, но она все равно делает так, как
чувствует. Именно из-за этого у нее постоянно вот такие охваты на видео, такие просмотры, потому что искренность все-таки в социальных сетях самое важное. То есть важнее даже давать не то, что тебя ждут, а искренне это давать. И что бы ты ни давал, это будут принимать. Что ты выберешь в отношениях? Горькую правду или сладкую ложь? Ну, конечно же, горькая правда. На самом деле, неважно, в отношениях или не в отношениях, я всегда выберу горькую правду. Сладкая ложь, я считаю, это... Ну, во-первых, все равно она когда-то раскроется. Ну, какой вообще смысл сладкая ложь? Что это вообще такое? То есть зачем она? То есть не бывает лжи, которая существует до конца. Это редкий сценарий и точно не в отношениях. Ну, знаете, исключение, может быть, являются такие ситуации, когда женщина, например, беременна, глубоко беременна, там, не знаю, на 9-м месяце, у нее, допустим, умирает близкий человек, и ей не говорят об этом прямо сейчас, чтобы она просто родила спокойно, да, чтобы она не думала о горе об этом. Ну, то есть вот такой вот пример, но потом ей, конечно, скажут, да. И в любом случае, получается, будет такой отложенный эффект гранаты. То есть представьте, что вы что-то зарыли, не доели свой обед, зарыли под землей, и он там лежит. Вы понимаете, чем дольше он там лежит, тем он сильнее будет вонять. Но в долгосрочной перспективе в любом случае ложь всегда несет за собой последствия. Это я с детства вот просто выучила эту фразу. Тайное всегда становится явным. А горькая правда? Она вроде бы тебе хлоп в лоб. Как бы ты ни хотел это скрыть, как бы ты ни пытался там манипулятивно это подстроить. Ну, это такой, как комар в лоб. Ну, вроде уколол, там что-то маленько неприятно. Это просто, мне кажется, природа человека. Не врать самому себе. Муха в лобовое стекло вашей жизни. Вы его взяли, просто смыли и все. Ну, как бы досадно, да, досадно, но ладно. Поэтому и проговориться потом всегда легче на самом деле, потому что тяжело заставить себя поверить в ложь. И из-за того, что это не копится, сразу тебе там выдается. Ты такой, блин, ну, нормально, давай над этим работать. Что можем сделать? Это, не знаю, это какое-то должно быть раздвоение личности, вообще что-то с психикой должно быть не в порядке, чтобы поверить в ложь и пытаться еще ее доказывать. Изменились ли наши отношения после рождения Евы? Ой, мне вообще тяжело уже вспомнить, какие у нас были взаимоотношения до Евы. Такое ощущение, что Ева с нами всегда. Знаете, это всегда, мне кажется, так, когда у тебя ребенок, ты типа думаешь, как ты вообще без него до этого жил? Что ты делал в течение дня вообще? Как твоя жизнь складывалась? Ну, самое, наверное, заметное то, что изменилось. С одной стороны, вроде бы не совсем это приятно, потому что у нас меньше стало личного времени. Я не могу что-то подметить одно. Знаете, отношения, они же все равно как бы строятся постепенно. Нет такого, что в один день что-то вот резкое происходит, и вы, оп, меняетесь очень сильно. То есть, если мы раньше могли там каждую субботу просыпаться, ехать в любимую кофейню, там просто играть в игры, кайфовать и ни о чем не думать, ну, кроме о нас и там о наших делах, то сейчас это очень редкая возможность. То благодаря маме Саше, мы можем иногда выйти погулять. В общем и целом, они так органично выросли и стали глубже и крепче. Потому что ребенок, безусловно, сплочает. Ну, вот как сказать, сплочает. Если вы там разводитесь, да, уже на грани развода, то не надо заводить детей. В таком случае ничего дети там не воссоединят, ничего не изменят. Нет, я скажу, что наши отношения стали глубже, еще фундаментальнее, как-то, знаете, прямо укоренились. То есть, если представить дерево, то мы укоренились очень сильно корнями в землю и твердо стоим. Не знаю, я вот как-то так визуализирую себе это и представляю именно такую картинку. Ну, вот именно вот последние месяцы Ева становится более независимая, может уже без Саши, без ее молока. Мы вот все чаще начинаем куда-то там выбираться, гулять. Вот именно этого, наверное, не хватало личного времени. Ну, все, налаживается, стабилизируется. Ну, разумеется, что у нас меньше стало времени друг на друга, это 100%. Сейчас очень ценны такие моменты, когда мы создаем сами себе свидания. Это очень важно, кстати говоря. То есть не просто плыть по течению, да, вы понимаете, что в течение дня больше не остается там времени на ваши уси-пуси, мимимишества какие-то, вы уже как будто бы теряете связь друг между другом. Важно прямо подумать, понять, что тебе это вообще-то важно, что это твой муж, это твоя жена, да, это твои приоритеты, это твоя семья, и на вас вообще-то строится все. То есть ребенок — это на самом деле второстепенно. Ребенок — это как яблочко на яблоне, он отвалится когда-нибудь и пойдет своей дорогой. И наша связь друг между другом важнее, потому что без нас не будет, например, следующих детей, не без нас не будет счастливой Евы и так далее. По отношению еще добавлю то, что мы, наверное, из-за того, что стали родителями, мы стали, ну, по умолчанию более заботливые, более внимательные. И, наверное, вот эта забота и внимательность по отношению к дочери, она, и, наверное, в итоге по отношению друг к другу тоже проявляется. У нас появился раз в неделю такой день, точнее, это не день, это буквально час-два, когда мы встречаемся, и это как бы семейный такой совет, что ли, ну, только нас вдвоем касается. Может быть, во время сна Евы, либо когда моя мама может посидеть с Евой, и мы уходим там, например, в кофейню, ну, сейчас это не кофейня, а просто другая комната, и обсуждаем какие-то планы на ближайший год, наши поездки, наши, там, не знаю, взгляды на жизнь, то, что мы новое узнали. Частенько мы себе устраиваем прямо
свидание. То есть, когда вот раньше кафе были открыты, мы уходили, и муж с женой шли на свидание. Да, это не только можно делать, это нужно делать, как я считаю, чтобы не терялась вот эта связь. Потому что без этого может возникнуть такая проблема, как быт вас съел, так сказать, ваши отношения. Потому что вы просто-напросто над этим не работали, вот и все. То, куда вкладываешь энергию, куда вкладываешь силы, обязательно приносит результаты. Поэтому, если хотеть, все будет. Все. Мне очень интересно, как на все эти вопросы ответил Денис. И вообще, очень интересно уже приступить к монтажу. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось, что, может быть, даже некоторые вопросы как-то нас раскрыли и были вам полезны. Наши мудрости жизни за 3 года в браке, да? Почти 3 года в браке, серьезно. 3 года вместе, но в браке мы 2,5 года. Я не знаю, как прощаться, наверное, Саша отдельно попрощается, но я тоже, наверное, отдельно попрощаюсь. Дайте, пожалуйста, вашу обратную связь, как вам именно такое видео, когда мы по отдельности отвечаем на вопросы, а не вместе. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было полезным, в чем-то поможет вам в вашей жизни. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, здесь будет сейчас ник. И яркого дня, красотка. И я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще. Пока-пока.